1 марта в 22 часа 45 минут нам поступил вызов о пожаре в здании университета повітряних сил. В ходе разбора завалов здесь было найдено тела 14 курсантов. Температура после пожара и после разрушений практически не оставили возможность искать тела целыми. Находили отдельные фрагменты. Челюсть была найдена на 5-м этаже, предположительно, женщины. Кости чуть крупнее, предположительно, мужчины. Серед цих людей було 2 дітей та їх батьків, з якими був втрачений зв'язок. Потім підтвердилося, що вони загинули. Загинули діти, які ще в цьому світі, вони ще не бачили, вони тільки починали жити. Ми, коли прибули, я сказав, був авіаудар. Находили великі осколки, предварительно авіабомби, або ракети. Жутко. Нельзя так. Неправильно это. Неправильно это. Неправильно.